Привет, меня зовут Никита, а эту красавицу Мурка. Вместе мы расскажем прогноз погоды на 10 июля. В Барнауле ночью плюс 10, в Белокурихе плюс 12. Днем в обоих городах 20 градусов выше нуля. В Горно-Алтайске ночная температура плюс 11, дневная плюс 21. Переходим к прогнозу погоды в Бийске. У нас переменная облачность, ночью 10-12 градусов, днем 19-21. У Мурки зеленые глаза и мраморный окрас шерсти. Она ищет новых хозяев. Бесстрашная и умная кошка, но в то же время очень ласковая и общительная. Стерилизована, предпочтет быть единственной кошкой в доме. Звоните по телефону 8 903 912 27 75.